Вопросы активизации экономики обсудил сегодня президент Украины на рабочей встрече с министром экономического развития и торговли Игорем Просоловым. В частности, ее модернизация на особом контроле у главы государства. Говорили также о перспективах социально-экономического развития на 2014 и о стабилизации валютного рынка. Это вопрос торгового баланса страны. Вы знаете, что, к сожалению, он сегодня отрицательный. И Виктор Федорович поставил конкретные задачи, связанные с тем, чтобы мы сбалансировали наш платежный баланс, чтобы мы уменьшили сальдо. Это, конечно же, приведет к уменьшению потребности валютных ресурсов.